Сгладили. Сгладили. Вот так. А ты где сейчас работаешь? Да не нигде. Я за бабкой ухаживала. А? За бабкой ухаживала. За собачкой ухаживала? За бабкой. Я думал, за собачкой. Ну, теперь надо куда-то думать, не знаю. Коронавирус хрен. А мать где? Мать? Угу. Дома. Тоже бабка. Зубно не работает? Чего? Ну, все, здоровье. Когда все. Ж ты ушла с зубной? Ну, я ж давно уже ушла. Ушла. Вот на ней все держалось. На Вале, а не на тебе. На Вале все держалось. Не вообще, я там одна была. Говорит, из-за меня однажды пришла, я сижу там песню делаю, а она пришла, говорит, из-за тебя мы сегодня подрались. Говорю, кто подрался, блядь? Из-за меня. Там кричали караул, милиция этот. Выпивал я с этим Бормотовым. Что-то когда жена там или кто там помер у него. На Пионерном. Бормотов говорит, твоя как закричит, милиция. А он как раз зуб вырвал, чуть бабе язык не вырвал, бабе язык чуть не вырвал. Выскакивает, говорит, на швабрах дерутся. Это и это на швабрах фехтование. Эти сидят с зубами люди. Говорят, боже мой, вот так с зубами. Говорит, Бормотов, говорит, люди, говорит, ахали. Говорит, уборщицы так дерутся. Валь, ты там не работаешь, что ли? Нет. А ты в каком ушла? Ой, я не знаю, года, наверное, полтора уже. О, да еще там поработал. Ну, у меня бабка как слегла совсем. Какая бабка? Какая? Бабка моя. А? Сколько ей лет было? 97. Ого. Ну, 10 лет я за ней ухаживала. Ну, там немного, конечно, в соцзащите было тебе. Да 1200. 1200. Я так и знал, что 1200. Немного. Немножко. Маткина мать, наверное, да? Да. Ну, 40 дней только было. Когда? Так, 5 мая. Как раз на мой день рождения. Ужас. Из-за тебя. Ты Галю хочешь взять замуж, ой, жениться на Гале. Я говорю, какая я Галя? Что за Галя? А я говорю, из-за тебя ты меня работы лишаешь. Пришла. Бормотов выкидывает, бабе чуть язык не вырвал. Говорит, блядь, выскакивай, говорит, дерутся. Бормотов. Говорит, я разнимать. Ой, ладно. Ой, это была кинокомедия.